Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули в гости. Для тех, кто впервые у меня на канале, меня зовут Алла. Друзья мои, я искренне надеюсь, что у вас у всех все хорошо, что вы здоровы, полны сил, бодрости духа, потому что погода располагает к тому, чтобы действительно радоваться жизни. Даже у нас в Питере уже который день просто лето. Я вообще безумно счастлива. Поэтому, кстати, кто заметил, я пропустила выпуск одного видео, потому что просто решила себе сделать маленькие каникулы такие несколько дней. Мы ездили за город, отдыхали, дышали свежим воздухом, ну, в общем, наслаждались жизнью. Надеюсь, у вас дела обстоят не хуже. Ну, а для тех, у кого, может быть, по какой-либо причине настроение не очень, да, или там раздражительность одолевает, или наоборот апатия, или упадок сил, вот сегодняшнее мое видео, потому что в нем я хочу вам рассказать и показать о массаже всего лишь одной точки у нас на теле, которая поможет вам вернуть и бодрость духа, и устранит какие-то физические недомогания, ну и, собственно, просто повысит настроение. Я не знаю, как вы, но я лично обожаю восточные практики, очень много читаю, смотрю, ну и, собственно, даже лично общалась с китайскими целителями и очень много переняла для себя. Но, естественно, в рамках того, что я могу сделать сама, потому что вы понимаете, конечно, главное не навредить. Так вот, вы все слышали, знаете, что у китайцев очень распространена такая практика, как массаж биологически активных точек. И кто проходил сеансы иглоукалывания, наверняка, значит, видели и знают, как четко мастера располагают иголки по определенным биологически активным точкам в зависимости от той или иной проблемы, которую надо решить. Еще раз говорю, естественно, никаких иголок и никаких других приспособлений я дома не использую, но у них есть несколько точек, действительно очень важных, активных, которые отвечают за обмен энергии жизненной, понимаете, за наши силы нашего организма, которые мы в состоянии массировать дома, да, работать с которыми мы можем дома. Так вот, сегодня я хочу познакомить вас с одной из таких точек. И название у нее, вы знаете, такое очень поэтичное, Байхуэй. Если перевести название этой точки, то она будет звучать как «место 100 встреч», потому что «бай» переводится как «100» или «множество», «хуэй» – «пересечение», «встреча». И действительно, эта точка – одна из самых отправных и главных вот в практике именно вот этого массажа путем воздействия на биологически активные точки, потому что она прежде всего отвечает за обмен жизненной энергии нашего организма. Значит, вот опять же, дилетантским языком, если вам объяснить, как бы по, согласно вот философии вообще вот этой всей восточной практики, наш организм, он полон меридианов, каналов, по которым, ну, если в двух словах, должна беспрепятственно двигаться энергия, жизненная энергия ЦИ. И если, ну, как правило, у нас стоят блоки там-сям, поэтому где-то эта энергия накапливается, где-то ее нет или ее не хватает, и отсюда возникают, знаете, даже вот заболевания на физическом уровне. И если восстановить баланс, если восстановить вот это вот течение, это беспрепятственное течение перемещения вот этой жизненной энергии у нас в теле, то, соответственно, и все болячки уйдут. То есть причина основная всех наших недугов заключена именно вот в этом, как считают восточные целители. Значит, точка Байхуэй. За что она отвечает? Ну, прежде всего, она поможет вам в таких проблемах, как снятие головной боли, избавление от мигрени, снижение артериального давления, снижение раздражительности, улучшение памяти. Даже она поможет убрать шум в ушах, если вас это беспокоит. Массаж этой точки можно проводить дважды в день, после пробуждения и перед отходом ко сну. А также можно проводить по мере возникшей необходимости. Успокоила вас, допустим, головная боль, провели вы этот массаж, вас отпустило и хорошо. Следующий вопрос. Как найти же эту точку? Точка эта расположена у нас на голове. Значит, смотрите, я вам объясню два таких самых простых способа нахождения этой точки, а именно, вы берете ладони, основанием ладони вы прикасаетесь к верхней поверхности, вот к верхней, самой верхней точке нашего уха, вот таким образом. И руки должны быть параллельны полу, и смыкаете руки у себя на голове. Так вот, место встречи вот этих двух средних пальцев и есть
та самая точка Байхуэй. Грубо говоря, она расположена, это темечко, это вот в этом месте, надо сказать, у всех детишек расположен родничок. Второй способ тоже, в принципе, доступный для нахождения этой точки, это надо провести линию через подбородок, середину носа, лоб, и также линию от самой верхней части одного уха до самой верхней части другого уха. И место пересечения, опять же, будет вот эта самая точка Байхуэй. Значит, вы поняли, вот таким образом мы прикладываем ладошки, основанием ладони мы базируемся на самой верхней части уха и смыкаем руки на голове и находим вот эту точку. Итак, сам массаж. Что мы делаем? Значит, если делает массаж женщина, а у них именно идет такое разграничение, берется правая ладонь и размещается таким образом, чтобы эта точка Байхуэй была расположена по центру правой ладошки. Сверху мы закрываем левой ладонью. И если, опять же, массаж делает женщина, мы начинаем движение против часовой стрелки. И мы не сдвигаем, как бы, у нас не ездит ладошка именно по голове, она как бы сдвигает, у нас слегка надавливаем, слегка, и мы сдвигаем вот этот участок кожи, вот таким образом делаем гармонизирующий вот массаж этой точки. 20-30 движений сначала против часовой стрелки и аналогичное движение 20-30 раз по часовой стрелке. Если массаж делает мужчина, то сначала кладется левая ладонь, точно таким же образом закрывается правой, и массаж уже начинается сначала по часовой стрелке 20-30 движений, и потом против часовой стрелки также 20-30 движений. Кстати, дорогие мои, вот раз уж я начала разговаривать об этой точке, хочу вам сказать, что она также используется при самомассаже шеи. При, знаете, каком-то мышечном напряжении, которое так часто у нас возникает. Значит, каким образом она используется? Мы должны сесть прямо, расслабиться, голову наклонить слегка вперед, знаете, вот как при поклоне таком легком. И положа, здесь уже не играет роли, с какой руки мы начинаем. Ну, допустим, правая. Мы кладем ее точно таким же образом, фиксируем ее на этой точке, в области нашего темечка. А свободной рукой начинаем по диагонали движения, мягкие, расслабляющие по нашей шее. Вот с противоположного как бы конца, то есть левой рукой мы практически от нижней точки правого уха начинаем вот такие движения вниз и заканчиваем их вот здесь. Я провожу вот таких, ну, порядка 15-20 движений в одну сторону и плавно меняем руки. И в другую сторону точно так же 15-20 движений. И вы знаете, это очень хорошо способствует и расслаблению, и снятию вот этого мышечного тонуса. И самочувствие становится гораздо лучше. Так что, ну, это просто как небольшой бонус к этой точке. Имейте в виду, что имеет место быть вот такой самомассаж. Но хочу вас всех предупредить, движения должны быть мягкие, плавные. Ни в коем случае вы не должны испытывать дискомфорта или боли, уж тем более, вы понимаете, все здесь должно быть очень деликатно. И если вы все делать будете правильно, то очень быстро почувствуете облегчение. Ну вот, дорогие мои, познакомила я вас с такими нехитрыми совершенно секретиками, которые мне помогают улучшить не только мое самочувствие, но и даже стабилизировать порой мой эмоциональный фон. Ну а как вы прекрасно все понимаете, красивая женщина – это что? Это прежде всего здоровая и эмоционально спокойная, да? То есть живущая в гармонии. Поэтому имейте это в виду. Надеюсь, что видео для вас окажется полезным. Спасибо большое, что посмотрели. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, что ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока.